Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В конкурсе «Свадьба на миллион» победили Саша Артемова и Женя Кузин. Артемова пишет: «Одна моя главная мечта сбылась. Радость и счастье меня переполняют так, что происходят взрывы, которые словами никак не объяснить. Спасибо всем». Участники проекта публикуют фотографии со съемок финала конкурса. На Олимпе были бывшие участницы Марина Мексика и Инесса Шевчук. В эфире мы сможем посмотреть финал 14 февраля. На остров любви отправляется новый состав участников. Среди них пара Вовы Гаути и Кати Бужвинской. Вова признался, что они давно мечтали вернуться на Дом-2 и показать всем свою искреннюю любовь. Но они ждали максимально привлекательного предложения от организаторов. Сейчас Гаути решает дела с бизнесом, а Катя спешно переводится на заочное обучение. Также на остров любви едут Лиза Полыгалова, Ваня Барсиков и несколько представителей «Новой волны». Лиза рассказала в видеотрансляции, что она еще раз увеличила себе губы. Только раньше она делала это где придется, у косметологов без образования, поэтому со временем у нее появилась асимметрия лица. Теперь она подошла к этому вопросу более основательно и нашла настоящего врача. В одном из недавних эфиров Маша Кахно ссорилась с Димой Лукиным. И в пылу ссоры она призналась в любви к своему бывшему мужу. Будем наблюдать за дальнейшим развитием событий. Ваня Барсиков просит помощи своих подписчиков. «Помогите мне с выбором квартиры. Ищу квартиру от 30 метров с ремонтом под ключ. Максимум в 2 километрах от метро. Максимальный бюджет 3,5 миллиона». Тайный поклонник Ольги Бузовой все не унимается. После безумно дорогих часов он еще подарил Бузовой новенький Мерседес за 10 миллионов рублей. Бузова приехала в автосалон после звонка менеджера, который сообщил, что ее ожидает автомобиль, перевязанный подарочной лентой. Дочке Ксении Бородиной Маруси предложили место Елены Летучей в детском «Ревизора». Но Бородина отклонила это предложение. У ребенка сейчас и гимнастика, и школа. Съемки стали бы только отвлекать, поэтому мы отказались от участия в проекте. Антон Гусев публикует снимки своей девушки Вики Романец. «Эх, красивая у меня девушка», – пишет он. «Мое сокровище, ангел, моя принцесска». Ольга Бузова решила привлечь внимание к выходу клипа на ее второй хит «Привыкаю». Она организовала прямой эфир со съемочной площадки. Две подруги, Анна Якунина и Настя Лисова, поругались. Анна вдруг заявила о том, что Настя выведала у нее все секреты по организации салона красоты, а после этого открыла и собственный салон. Она написала гневный пост о том, что Лисова ее нагло использовала. Настя не осталась в долгу и ответила своей бывшей приятельнице. Она написала, что в Москве существует около 6000 предприятий, которые оказывают такие услуги. Кроме этого, салон Насти большой, находится в центре Москвы, и он не идет ни в какое сравнение с тем кабинетом, которым владеет Якунина. Лисова сказала, что Аня ей просто завидует. Наташа Варвина отмечает 4 года семейной жизни. «Мы всегда вместе, всегда рядом. Мой муж – мой лучший друг, мой любимый мужчина, мой самый главный человек в жизни». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.